Я хочу с вами поделиться рецептами блюд, которые очень популярны в Англии. Не сказать, что это блюдо, это сэндвич, но настолько сэндвичи популярны в Англии, и в каждом магазине, в каждом кафе и на улице люди постоянно перекусывают сэндвичами. Дети также очень любят эти сэндвичи. Я хочу вам показать один из вариантов приготовления сэндвича. Мы будем делать сэндвич из консервированного тунца. Как видите, вот у меня на столе консервированный тунец, майонез. Обязательно нужно использовать для сэндвичей мягкий хлеб. И можно, если вы желаете, добавить какие-нибудь овощи или добавки. Вот у нас здесь немножечко укропа. Можно добавить огурец очищенный. Но мы будем делать самый простой вид сэндвича. Итак, для начала нам нужно с тунца слить жидкость. Итак, мы слили жидкость из консервной банки. Сейчас мы переносим тунец в тарелку. Нарежем укроп. Одна веточка укропа будет достаточно. И добавляем майонез. Сейчас нужно хорошенько все это перемешать, чтобы тунец пропитался майонезом. Начинка для бутерброда, для сэндвича готова. Накрываем второй половинкой хлеба. Обязательно хлеб берите мягкий. Нарезанный хлеб, который продается в магазинах. Потом обычно вот так сэндвич разрезают пополам на треугольники. Делают два треугольника. И все, сэндвич готов. Вы можете завернуть в пленку и забрать с собой во время прогулки с ребенком. И когда ребенок проголодается, это прекрасный способ утолить его голод. Это и вкусно, и полезно одновременно. Пробуйте. Я надеюсь, что вам понравится.